из многих источников слышала, что ходить на исповедь нужно не реже, чем раз в месяц или даже два раза в месяц. Человек сам устанавливает себе эту норму или же все-таки нужно с кем-то советоваться? Ну, вообще-то это зависит от интенсивности жизни человека вообще. Но средняя норма действительно, она что-то около месяца. Вот, реже уж никак не надо. Вот, кому удается раз в два месяца, ну это прекрасно. Многие указывают на опыт монастырских исповедей, там ну, редкость. Монастырская жизнь, да, она напряженная. Человек утром и вечером в храме. И там в монастыре свой устав, свое благословение, свой порядок. В монастыре жизнь регламентирована. Примеривать жизнь монастыря на нашу городскую – это безумие. Это все равно, что ходить на пляж в рясе. Ну вот, более неудобной одежды для купания нету. Поэтому, ну зачем? Вот, а в монастырях вообще не купаются, не принято. Так сказать, вот, даже те монастыри, которые на море находятся, казалось бы, вот оно. Нет, не купаются.